Это программа «После новостей». Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. Итак, традиционно весной мы говорим о приемных кампаниях. Естественно, это Сибирский федеральный университет, куда самый большой набор и самый большой конкурс. 6 апреля СФУ проводит День открытых дверей. Кого зовут и зачем, будем говорить с нашим гостем, ответственным секретарем приемной комиссии СФУ Романом Вагановым. Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, что такое 6 апреля, кого вы ждете и что собираетесь показывать, о чем рассказывать? Апреля – это традиционный наш весенний день открытых дверей. Два раза в год они проходят, но если осенью мы знакомимся со специальностями, то весной мы обычно говорим уже о правилах приема, о поступлении, о сроках, о том, что нельзя пропустить, какие даты реперные точки являются, обо всем об этом. Абитуриенты уже выбрали ЕГЭ. То есть до 1 февраля они подали заявление на сдачу единого государственного, и теперь им нужно больше информации уже о поступлении и о специальностях, о раскрытии их содержания. Что изменится в этом году и что СФУ предлагает абитуриентам нового? Ну, скажем так, у нас в конце 2018 года открылся новый институт, институт гастрономии. И с точки зрения этого, одна старая специальность, но она такая пилотный проект, который уже себя хорошо зарекомендовал, это высшая школа ресторанного менеджмента. Я думаю, что, по крайней мере, абитуриенты города Красноярска, ну, знаешь, там сильная пиар-компания и в соседних регионах идет, знают об этом. И дополнительно высшая школа гастрономии от Институт Поль Бокюз. Это, скажем так, в сотрудничестве с нашими французскими партнерами подписано соглашение об обучении у нас, но при этом при прохождении стажировок в Институте Поль Бокюза, известный шеф-повар мирового уровня, в их учебных заведениях во Франции, ну и, в принципе, по всему миру. Спрос. Все это такое новое, что вот опять открывается в этом году, то есть первый набор будет вот в эту школу высшего ресторанного. Просто да, например, для Франции или для Италии это бы звучало как-то привычно для нас, там, особенно в глубинке, в России, да, как, что, зачем нам этот факультет, какой высокой кухни мы здесь можем научить, если речь идет об этом? Скажем так, это первый опыт в России, в принципе, ни один вуз не, скажем так, смог заключить договор с Институтом Поль Бокюз. И для этого, ну, нам лестно от этого. Во-первых. Во-вторых, в первую очередь у нас активно развивающийся сектор, как в крае, там, в федеральном округе нашем, сектор там, сетей общественного питания, ресторанного, ну, как бы холдинга и прочего. Плюс, к тому же, подготовка кадров не только для нашего региона. То есть запрос это будут уже конкурентоспособные есть? Кадры, которые смогут... А кого вы будете выпускать? Кто будем выпускать шеф-поваров. Угу. То есть это шеф-повара не с точки зрения как вот повар, а с точки зрения как управленец на кухне. Для этого необходимо высшее образование? Да. Более того, представляете, повар, шеф-повар – это и логистика, это и новое меню, это и подбор персонала, это полностью менеджмент. Это направление открыто в общем направлении менеджмент. То есть это управленцы, в первую очередь, а уже потом хорошо готовить. Понятно. Ну или, наверное, вместе. В этом году в СФУ подняли минимальные баллы. Не проходные, именно минимальные. Что это означает? Ну, давайте вот как раз заодно затронем вопрос проходных минимальных. Минимальные баллы – это те баллы, которые устанавливает, скажем так, порог двойки. Есть минимальные баллы по результатам единого государственного экзамена, которые устанавливаются Министерством просвещения. Они свои. В вузах они, как правило, выше. Если раньше, ну, по примеру, 2018 года, минимальный балл, там, порог двойки был по математике профильной 27 в школах, то есть, получив 27, это значит, что они уже не получили двойку. То в вузах у нас, в частности, было 30. В этом году стало 33. Общая тенденция, ну, российского образования ведет к тому, что минимальные баллы будут расти. И, скажем так, это чем чревато для абитуриентов? Можно хорошо сдать из трех предметов два, но третий, например, ну, вот математику традиционно плохо сдают. Ну, как-то так складывается. И если не набрать минимальный балл, то ни в один, допустим, вуз невозможно даже подать документы. То есть это считается двойка. Ну, образно, на экономические направления подготовки у них идет набор предметов математика, русский и обществознание. Если русский язык и обществознание – это, ну, такие гуманитарные предметы, с ними дети справляются, ну, более-менее хорошо, то с математикой дела обстоят хуже. И вот он может набрать по обществу и по истории по 90 баллов, и вроде 180 уже по двум предметам, а математику на 27, и не сможет даже подать документы.
Вот в этом страшно. Проходные баллы – это балл последнего зачисленного. Как правило, проходной балл будет известен по окончанию приемной кампании на 2019 год. Потому что вот как всех зачислим, как все приказы выйдут. Обычно проходные баллы существенно выше, чем минимальные. Ну, по крайней мере, на бюджет это на всех направлениях. То есть это даже там на порядке, на десятки, на 20 баллов выше. Знаете, у нас сейчас в Красноярске такой появился новый термин «наследие универсиады». В этом смысле в СФУ был построен целый специальный оборудован городок студенческий. Я так понимаю, что теперь с общежитиями проблем вообще не будет. Да, если в приемную кампанию 2018 года мы заходили, скажем так, с небольшим напряжением вот в плане размещения иногородних абитуриентов, ну, выдали всем сертификаты, сейчас как раз по этим сертификатам все заселяются в новые как раз общежития, то в 2019 году мы заходим уже, скажем так, даже с переизбытком мест в общежитиях, больше, чем потребность будет, ну, так, прогнозная. Какие у вас меры поддержки будут для талантливых абитуриентов? Об этом много говорили. Случилось это или не случилось? В этом году планируются повышенные стипендии для талантливых абитуриентов. Ну, разные категории, там от 4 тысяч сверх базовой стипендии до 12. То есть, если базовая стипендия около 2 тысяч, ну, там чуть-чуть она не достигает, то вот, допустим, там олимпиадники у нас будут получать суммарно около там, да, от 12 до 14 тысяч в месяц. Лишь бы хорошо учились и правильно выбрали специальность. Конечно, главное, чтобы... Ну вот, про выбор специальности. У нас так родители иногда считают, что лучше подать в несколько факультетов, на несколько кафедр, лишь бы куда-то поступил. В этом смысле ваш совет все-таки, может быть, сосредоточиться на одном чем-то или действительно подать, куда возьмут? Как вот правильнее поступать родителям? Ну, скажем так, культ высшего образования такого массового, он есть. Родители действительно переживают, что как это ребенок не получит высшее образование. Но зачастую я бы даже порекомендовал выбрать направления подготовки, которые реально востребованы, выпускники которых реально востребованы, ну, на рынке труда. Для этого, как показатель по востребованности, открываем любой сайт поиска работы. И смотрим, каких специалистов действительно требуется больше, вот с высшим именно образованием. Ни рабочих, ни там, менеджеров в понимании, что это продавец в торговом зале, а именно с высшим образованием. И сразу выходят на, скажем так, лидирующие позиции, как правило, инженерные направления, потому что у нас горно-металлургический сектор, в нашем, по крайней мере, крае, это такой большой спектр направлений подготовки и специальностей охватывает. Это строительство. Это, безусловно, конечно, экономисты, юристы, но все-таки на них уже понимаем пересечение рынка. Поэтому здесь, наверное, такой совет родителям, а в первую очередь детям, лучше, чтобы ребенок сам выбрал направление, не родители за него. Это первое. И второе, наверное, нужно подумать о том, чем ты хочешь заниматься в дальнейшем. Мы понимаем сейчас, что образование, оно, если в Советском Союзе, наверное, получали образование, оно было почти на века. Вот получили и всю жизнь по этой стезе двигались. То есть сейчас различные курсы доп. Образования, магистратура, возможность получения второго, высшего, дистанционного и прочего делают образовательную траекторию более гибкой. И получается, как бы специалисты такие многопрофильные. Поэтому с чего-то начать, ну, наверное, такое, чтобы нравилась будущая профессия. Разобраться в том, чем я буду заниматься, когда я закончу вуз. Многие этого не понимают. Они идут на направление... Ну, у нас просто часто родители рассуждают, да, лишь бы какое образование, лишь бы корочки были, а потом куда-нибудь пристроиться. Не совсем правильно, потому что потом ребенок потом никуда не может пристроиться, конечно, как правило. Конечно. Ну и, Роман, наверное, последний вопрос для того, чтобы дать и детям, и родителям какие-то ориентиры. Ключевые даты, когда и куда надо подавать документы? Приемная кампания начинает свою работу с 20 июня. Это стартует во всех вузах, мы не исключение. И дальше научную форму обучения, а массовая, это вот наши 3800 бюджетных мест, это красочная форма обучения, это вплоть до 26 июля принимаем документы. Есть некоторые направления подготовки, на которые требуется сдавать дополнительные творческие вступительные испытания. Это как раз, например, журналистика, это архитектура, дизайн архитектурной среды, это физкультура. На них прием документов завершается 10 июля, и потом еще в июле, в течение 2 недель, сдаются вот эти творческие вступительные испытания. Для поступающих в военно-инженерный институт срок приема документов вот с 20 июня до 18 июля.
потом тоже они сдают испытания, проходят испытания уже, скажем так, профпригодности, потому что военно-инженерный институт — это своя специфика. Скажем, из года в год, уже не менялось несколько лет, сроки зачисления — это 3 августа и 8 августа на очную форму, на бюджет. Это вот две такие волны, одна большая, там 80% мест, но оригинал документа об образовании и согласия нужно подать до 1 августа и до 6 августа, ну, то есть в первую волну до 1 августа, во вторую волну до 6. Система вот двух волн с согласиями, она существует уже не первый год. Если как только, когда ее только вводили, абитуриенты не знали, что к чему и как, что с этим делать, то сейчас, слава богу, уже поступали там где-то старшие, школы поняли, как делать. Ну и плюс обо всем мы расскажем на том же «Дне открытых дверей». Будет отдельное родительское большое собрание вечером. Приглашаем и родителей в том числе, и абитуриентов самостоятельных. Да, то есть если вопросы, и там все вопросы вот уже более узкие, потому что вопросов возникает много, и даже все я вопросы... думаю, из года в год вы на одни и те же вопросы постоянно примерно отвечаете. Да, но люди-то новые, для них-то это все впервые. Роман, у меня к вам последний короткий очень вопрос. По вашим прогнозам, какой факультет в этом году будет лидером по подаче заявок? Скажем так, если по конкурсу, то это будет управление персоналом, государственное муниципальное управление, юриспруденция, лингвистика, информационная безопасность. Последние я годы поняла, стала все хотят быть управленцами, да? Да, много-много. Ну нет, там другая еще причина. Очень малое количество бюджетных мест, и конкурс получается очень высокий. То есть там на этих направлениях по 9, по 10 всего бюджетных мест. А подают они очень близки к экономике, к менеджменту, к управлению. И вот их смежно тоже подают. Поэтому получается очень большой конкурс. Там по 40 человек на место. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, отвечали на наши вопросы. И удачи вам в вашей приемной комиссии в этом году. Спасибо вам большое. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире.